Возвращение из пиратского плена. Украинские моряки, которых захватили в декабре прошлого года у берегов Нигерии, вернулись домой. В аэропорту Борисполь их встречал президент Украины Владимир Зеленский. Операция по освобождению украинцев проходила на высоком уровне. Подробности знает Артем Голуб. Витаем. Доброго дня. С повернением. Доброго дня. Дякую. Доброго дня. Первые минуты на родной земле. Украинские моряки вернулись после 45-дневного плена африканских пиратов. Говорят, первое, что дает о себе знать в Украине, это разница в 40 градусов. Приятно видеть снег, честно говоря, потому что плюс 35 и комары, и все кричит, все ползает, все бегает, и они все едят. Константин – член освобожденного экипажа. Моряк из-под Одессы работал на албанском судне «Стевия». В ночь на 16 декабря корабль шел через Гвинейский залив возле берегов Нигерии. Константин вспоминает, как ранним утром в открытом океане пираты проникли к ним на судно. Лодка была мощная, два мотора. Там очень много канистр бензина. У них были подготовленные ребята. В 5 часов это случилось. Забежали люди, начали кричать. Все как на английском. Открывайте двери с автоматами. И вытаскивать по очереди из кают. Вот. Меня забрали последнего. Всех почти сразу вытащили в лодку. Забрали аппаратуру. Ну, все как драгоценное. Александра Саручанова, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского по воде доставили в поселение пиратов. За освобождение пленников пираты требовали выкуп. Перша цифра, яка була озвучена, шестизначна. Процес був побудований навмисно таким чином, щоб повернути людей і щоб при цьому держава не витрачала гроші на, по суті, якби піратів. Освободить моряков удалось 30 января. После они находились в Нигерии и ждали отправки домой. И при этом пираты денег от Украины так и не дождались. Хотели много, очень. Ну, нам, скажу відверто, нам ничего не жалко для наших громадян. Дипломаты действительно прекрасно попрацювали. И МЗС, и наши разведчики. Была сделана достаточно складна комбинация. И тут питання не в грошах, но в цілому висновок такий, що людей повернули, гроші не втратили. Моряки пройдут медицинское обследование, а после отправятся домой к родным. Артем Голуб, Евгений Савицкий, Киевская область. Твой дом.